Предпринимательство на селе развивается по своим законам. Важно понимать, в чем нуждаются односельчане, получит ли бизнес дальнейшее развитие. В Янтиковском районе благодаря инициативе земляка появилась база отдыха. Петр Восторгин долгое время жил в Москве, затем решил вернуться на малую родину. Идея эта зародилась у нас между братьями. Мы, значит, в честь наших родителей решили сюда вот в память, значит, что-то вот вложить именно в район, на родину. Приняли решение, что, значит, приобрести вот данный земельный участок и на этой территории обустроить полностью вот как база отдыха хорошую с лечением на 220 койко-мест. Ну, на сегодняшний день уже за полтора года достаточно много сделано, 9 объектов уже построено. Так, 2 года назад на этом месте началось строительство самой настоящей здравницы. Сосновый бор, деревянные домики, свежий воздух. Что может быть лучше для отдыха души и тела? Пока здесь бывают только близкие друзья семьи Восторгиных. Но уже ко дню республики братья решили расширить базу. Если все получится, здесь могут отдыхать более 100 человек. Для организации экологически чистым питанием мы в прошлом году купили бывшую заброшенную колхозную ферму. Сейчас мы его практически восстановили полностью. Там у нас будет, значит, и коровы, значит, и скот будет, овцы будут. Вот, ну и пернатые птицы будут, гуси, утки, индюки и так далее. Таким образом, в районе будет создано более 100 рабочих мест. Предусмотрено строительство спортивной зоны, футбольного и баскетбольного поля, теннисной площадки, большого детского городка. В 2 прудах будут оборудованы водные аттракционы. На территорию отдыха будет запрещен въезд транспорта, зато можно будет обучаться верховой езде. Для этого оборудуют манеж и приобретут 20 лошадей. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика.